Всем привет, друзья! Вы на канале Ушасти Kids. У нас тут соревнования. Заметили, кто в нем участвует? Да-да-да, это сам король всех енотов. Король енотиков, вот он. Против Анжелы Джина и Анжелы Ведьмы. Посмотрим, кто же из этих трех пушистиков насобирает больше всего золота. Как вы думаете, кто же сегодня все-таки выиграет? Кто окажется сильнее в нашей любимой игре? Проверим, мои хорошие, посмотрим, кто у нас уже на первом месте. А на первом месте Анжела Джин. У нее уже 230 слитков золота. И варежка енотика вставляет ей сын со взрывчаткой. Она берет магнитик и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, король енот всех обогнал. Вы только посмотрите, у него уже 406 слитков золота. Ничего себе, обогнал наших кошечек. А на втором месте у нас Анжела Джин. Теперь она больше не на первом, мои хорошие. Да, король енотик обгоняет наших кошечек. Но смотрите-ка, Анжела Джин не сдается. Она вот-вот догонит короля енотов. И меньше всего очков пока у нашей ведьмы Анжелы. Она пока отстает, мои хорошие. Но, надеюсь, она ускорится. Давайте, давайте, кошечки, обгоним короля всех енотов, этих хитрых воришек. Нужно их обязательно обогнать. Давай, 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 давай скорее, Анжела. Кстати, а за кого болеете вы, мои хорошие? Пишите в комментариях. Если болеете за Анжелу Джина, пишите цифру 3. Если болеете за короля всех енотов, напишите цифру 5. И если болеете за ведьму Анжелу, тогда пишите цифры 7 в комментариях, мои хорошие. Пишите, обязательно почитаю, что вы там написали. Так, 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 двойные слитки. Двойные слитки берет Анжела Ведьма, и того у нее 830 слитков золота. Но больше всего золота у короля енотов. У него уже 1200 слитков. Вот это хитрый король. А на втором месте у нас Анжела Джин. И ей придется, и не только ей, Анжеле Ведьме тоже придется сразиться с боссом енотиков. Это все король енот. Он специально отправил двух енотов, чтобы они не дали выиграть нашим кошечкам. Так нечестно, король енотов, зачем ты мешаешь кошечкам? Это же совсем все хитро. Хотя 500 слитков золота, если они победят босса. А ну кидай скорее в него бомбочками. Давай, давай, ведьма. И Анжела тоже, бросай уже посильнее. Так, придется догнать этих боссов на самолете. Вот это соревнование сегодня. Да, король енот, он очень хитрый. Сильный соперник, кстати, сам уже насобирал 1800 слитков золота. Вот это енотище. Ничего себе. Вот это он дает. А наши кошечки пока немножечко отстают. Но ничего страшного. Я думаю, они догонят нашего короля енота. Двойные слитки берет король енот. Отличный бонус. Анжела Джин приземляется и подарок получает 500 слитков золота. Итого у нее уже 1450 слитков золота, мои хорошие. Так, на втором, на третьем месте. Ну, хотя нет, хотя уже... А, ну, посмотри, на втором месте Анжела Ведьма. Теперь она обогнала Анжелу Джина. Так, Анжела Джин отправляется полетать. Там будет много слитков золота и, возможно, сейчас она снова займет второе место. Не забывайте писать троечку, если болеете за Анжелу Джина. Пятерку, если болеете за короля енотов. И семерку, если болеете за Анжелу Ведьму. Кто же сегодня все-таки победит? Ой-ой-ой, наш король енотов врезался. Но ничего, спасем его, он бежит дальше. Двойные слитки и двойные очки взяла Анжела Ведьмочка. И она катится всей скорости на своей скрипучей вагонетке. А вот Анжела Джин летает наверху, и золота у нее очень много. И, кстати, на второе место она так и не попала. Теперь Анжела Джин самая последняя. Берем шапочку вот так. Теперь наша Анжела Джин намного красивее. Смотрите, теперь все в шапочках. Анжела Ведьма всегда в колпаке. Король Том в короне. Король Том перепутала вас с королем енотов. Король енот в короне. И Анжела Джин теперь тоже в волшебной шапке. Кстати, Анжела Джин наверняка умеет исполнять желания. Какое бы желание загадали бы вы Анжеле Джину? Я бы загадала бы 1 миллион подписчиков и поскорее. Вот такое мое желание. Как вы думаете, исполнится? Напишите, какое желание загадали бы вы для Анжелы Джина. Кстати, в сегодняшнем ролике я передам для вас много-много приветиков. Приветы будут после того, как мы узнаем победителя сегодняшнего соревнования.
Хотите тоже получить привет на нашем канале? Тогда обязательно подписывайтесь на канал и самое главное, в комментариях напишите имя и фамилию. А еще обязательно подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм. Она на главной страничке канала, ссылка на нее. Присоединяйтесь, мои хорошие. Анжела снова одевает свою волшебную шапку и, наверное, она уже хочет исполнить наше желание. Интересно, когда исполнится мое? Надеюсь, что исполнится. Очень хочу миллион подписчиков на канале. Кстати, а вы знаете, у меня появился еще один новый канал. Называется «Волшебный сундучок». Все, кто ждет новой серии про говорящую кошечку Анжелу, вам туда. Там также говорящий котик Том и город Георг. В общем, мой новый канал называется «Волшебный сундучок». А ссылка канала будет в описании под этим роликом. Заходите, подписывайтесь. Буду рада новым подписчикам на своем новом канале. Так, мои хорошие, ну кто там у нас на первом месте? На первом месте у нас по-прежнему король енотик, у него больше 3000 слитков золота. На втором месте у нас Анжела ведьмочка, мы ее спасем, она врезалась, ничего страшного, наверное, немного устала наша кошечка. Так. На самое последнее у нас теперь Анжела Джин. Она отстает, берет двойные слитки, у короля Тома тоже хорошие бонусы. Почему я все время называю его королем Тома, короля енота? Так непривычно, что енотик соревнуется вместе с нами, но этот хитрый енот пока на самом первом месте. Вы не забывайте писать, какого из пушистика вы любите. Да, и не забудьте поставить лайк, если вам нравится это соревнование. Мне будет очень-очень приятно и хорошее. Так, двойные слитки у енотика. Вот это дела. Пока енот самый крутой. Насобирал больше всего золота. А сколько золота у нашей ведьмы? У нашей ведьмы уже 3700 слитков золота. Да, почему-то Анжела Джин отстает. Видимо, сегодня она все-таки проиграет. Будет самый-самый последний. О-о-о, король упал вниз. А мы его сейчас спасем. Король енотиков. Это же самый главный енот. Да, будет он еще побольше. Так, я надеюсь, он больше не отправит для наших кошечек никаких боссов, а то придется снова их побеждать. Ну что, совсем немножко осталось, мы узнаем победителя. Спасем Анжелу Джина, хорошо, что у нас есть запасная жизнь. Больше 4000 слитков уже у короля Тома, мои хорошие. Он, короля енота, он по-прежнему на первом месте. На втором месте у нас Анжела Ведьма и самая последняя Анжела Джин. Так. Ну же. Может быть, все-таки ведьма займет первое место и успеет обогнать хитрого енота? Как вы думаете? Да, смотрите, она уже приближается к нему. Неужели она сможет занять первое место? Давай. Я совсем не хочу, чтобы победил король енотов. Я хочу, чтобы выиграла какая-нибудь из кошечек. Из двух пушистых кошечек. Анжела или ведьмочка? Давай, ведьмочка. Вот Анжела Джин не успевает, хотя у нее уже 4000 слитков золота. А вот Анжела, ведьма приближается к еноту. Немножко, уже смотри. Всего-то 40 слитков золота и 100 игра, мои хорошие, 100 игра. Совсем чуть-чуть, совсем немножко. Где-то на 50 слитков больше собрал король енот и занял самое первое место. На втором месте Анжела Ведьма. Она не смогла его, к сожалению, догнать. Я очень расстроилась. Хотела, чтобы именно она выиграла. И самое последнее у нас Анжела Джин сегодня. Ну что ж, а у меня много приветиков. Начну их передавать. Ясмина Умаева и Маргарита Полтавченко получают первый пушистый приветик. Алена Ветляева и Снежана и Денис также ловят большой привет. От Анжелы Ксюша Пашина ловит привет от короля енотов. А Вероника Кирпиченко получает привет. И Настюша Жеглова ловит огромный привет от нашего канала ВНАТ. Игнатов и Анечка Громова ловят привет. Ирина Кудряшова, Саша Чурсина, Света Едина и Вероника Кирпиченко. Варя Литвинова получает огромный привет. А также у нас приветик летит для Сони Наточной, Алины Гавриковой, Алены Смирновой, Лизы Ли большой приветик. Алена Кириллова, Ксюша Пак и Ульяна Ганаева также ловят большой приветик. Дашенька Мора, наша активная подписчица, получает пушистый-припушистый приветик. Машенька и Маруся ловят привет. Привет летит для Ислама и Вики Дерила. Артем Аганин получает большой привет. И Лена
Сребная. Тоже большой приветик Ане и Настюше Полищук, две сестренки Эвелина Плетенюк, Ясмина Умаева, Алена Ветляева, Диана Ушкальцева и Олечка Каримова. Всем вам, девчонки, большой-большой привет от нашего канала. Спасибо, что смотрите канал Ушастик Кидс. А сейчас обязательно подписывайтесь на канал. И я вам напоминаю, что новые ролики выходят вечером в 17:00 по московскому времени. Так что увидимся в новой серии на канале Ушастик Кидс. Пока-пока, мои хорошие.